Люди очень сильно соскучились по концертам. Это по ним видно. Они прям, ну, некоторые люди даже прям стояли, плакали после концерта, говоря о том, что типа, как мне этого не хватало. Ну, это так поразительно просто. Должно было быть 24 концерта, ты играли 19. Потому что отменились. 5, по-моему, городов или 6, что-то такое. Ну, из-за коронавируса, естественно. Люди реально отрываются по полной, потому что раз локдаун, потом какие-то ограничения сняли, ну, есть какой-то маленький промежуток времени, чтобы провести концерт. Люди бегом бегут, ну, на все концерты, которые, ну, происходят, потому что они хотят отрываться, они задолбались сидеть дома. Даже многие фанаты вот после концертов подходили и говорили, это мой первый концерт за 2 года в Европе. Просто, ну, отличие и европейской публики, скажем так, СНГшных, в том, что они постоянно ходят на концерты. Постоянно. Видно, что скучали по концерту и очень были все довольны. Войти в этот график туровый было так, ну, достаточно тяжело, потому что фактически год без этого движа всего. Ну, круто, очень хотелось уже поехать, играть. Да классно все прошло. Скучали по этому. Я струны даже не меняли. Очень хотелось уже поехать играть, но я не ожидал, что я так быстро устану от этого всего. Уже дорога сама не приносит такого удовольствия, как раньше. Раньше ехал, все впервые, там, еще вау, здания какие, замки или еще что-то. Или едешь мимо гор, смотришь на это все и думаешь, блин, сейчас бы остановиться и пойти в гору подняться. Но ты не можешь этого, можешь только думать об этом. Нет, не было столько сил уже удивляться чему-либо. Слишком все быстро меняется, слишком много чего видишь, слишком много чего происходит. А сейчас хотелось скорее просто до площадки доехать, отдохнуть, отыграть. Странная движуха, не думал, что с этим столкнусь. Мы едем. Скоро приедем. Я в начале нашей, так скажем, карьеры очень волновался. Я прям себя успокаивал словами, чувак, ты же хотел этого. Если знаешь, помнишь это ощущение перед экзаменом. Такой. Легкая дрожь в руках. Обычно это все пропадает там, на первом треке. Ну, первая песня всегда, на самом деле, стрёмно. Всегда страшно. Просто когда ты на потоке, опять же, вот этом, страх к концу тура чуть меньше становится. Но в любом случае какой-то мандраж есть, это естественно, это нормально. Ну, вот в Лондоне меня прям тошнило от волнения. Ну, вот никогда в жизни такого не было, и вот... Первый трек выходишь, если ты ну, проигрываешь его, и типа все окей, все нормально, все. Дальше ты расслабляешься полностью, чувствуешь себя комфортно, играешь хороший концерт. В Варшаве ко мне пришли друзья, с которыми я там очень безумно давно не виделся и был рад встретиться. А так приехать возможности не было. И что-то я разволновался, я прям полсета отойти не мог. Я такой, вроде играю, вроде спокойно заканчиваю, у меня рука такая... потряхивает. И как будто бы, если ты не волнуешься и вообще на ровном выходишь, так может ты уже перегорел? Они их зовут? Да, пойдем. Я не слышу, нас зовут? Да! Да? Ну пошли, блин. Давайте, ребята! Наш сет-лист построен так, от более спокойного и по накатанной заканчивать уже, чтобы все танцевали. Естественно, ты когда выходишь, играешь такие более спокойные песни, ты как бы и люди раскачиваются, и ты пока не можешь получить это. Тебе нужно раскачать людей, чтобы они отдали тебе энергию обратно. Ну вот, начиная с середины сета, ты уже прям заряжаешься, ты уже освоился на сцене. Я отдаю, наверное, всю свою энергию, которую могу. Но также, да, я ее получаю во время концерта, когда я вижу то, что люди словили этот вайб, и у нас получился такой какой-то коннект своеобразный. Ну, это вообще просто кайф. И тогда еще больше ее появляется, и ты еще больше отдаешь. Ты сам кайфуешь на сцене, люди в зале кайфуют. Все очень классно. К концу любого тура у тебя очень мало сил остается. И ты приходишь, и люди такие, ооо, и ты сам такой, да, сейчас я вам тоже обраточку эту. А когда к концу тура люди такие, ну и тебе не особо хочется. К этому моменту научился я слегка абстрагироваться от этих вещей. И там сам себе уже на этой сцене. Но заряд в зал очень важен.
типа в Лондоне вообще там сумасшествие какое-то было. Ну, конечно, в первую очередь Лондон. Лондон. Самый большой концерт наш. Больше всего людей пришло, как бы площадка такая большая была. 2300 человек. Это, да, это было круто очень. Да как-то ну все классно было, не знаю. Ой, что-то многовато людей собралось. А куда это они все собрались? Это что, все на концерт собрались? Нихуя себе! В Европе есть такой прикол, они приходят на концерт не для того, чтобы прийти, и я был на концерте. Они приходят туда отдохнуть, повеселиться. В зависимости от публики, которая приходит. Она, естественно, всегда разная в разных городах. В разных странах она тоже по-разному себя ведет. Если брать, например, Скандинавию, то ребята там прям такие, ну, зажигательные. Если брать Францию, они спокойно просто стоят, но они как-то вот получают вот удовольствие без этих вот лишних каких-то телодвижений. И после концерта будут подходить и тебе благодарить за это. А ты такой, типа, чё, я, ну чё, может, плохо сыграли, чё вы стоите? Блин, не могу, по-моему, в Дублине. Вот это концерт, на который меньше всего ставок был, и он просто разорвал нас эмоционально, всё классно было. Там люди подпевали даже неожиданные песни для нас там. Концерт, бар маленький, знаешь, где-то вернулись на год назад. И атмосферный, и люди разъёбные. Когда тем более люди начинают петь, ну, ты каждый раз удивляет, просто улыбка появляется такой. Егор, микрофон сейчас особенно в зал, ты понимаешь, там финны поют петь, ну, такой, ну, блин. Классно. Слишком все клево было, вообще ты на подъеме выходишь такой в гримерку уже, это после концерта, класс, класс. Проходит полчаса, и у тебя это все уходит, ну, потому что ты уже осознал, переварил. И такой, блин, ага, все, закончилось. Хотелось бы еще. Ну, бывает там после концертов какие-нибудь знакомые, друзья, им хочется там потусить с нами и прочее, а ты понимаешь, что у тебя сил ноль. Ты, ну, то есть, на тусовки никакие уже не способен, потому что, ну, все. Все, что ты, на что у тебя хватит сил, там, это доехать до отеля, лечь спать просто. Было предложение 2 концерта в один день? Ну, нет, это ебало. Это ебалово полное. Спасает то, что музыка, которую мы делаем, нравится нам. Не устаешь от музыки, устаешь от этой всей физического, от эмоционального какого-то подъема. Плюс там эмоционально ты вечером играешь концерт, у тебя радости столько, а утром в 8 утра просыпаешься, и ты вот такой раздавленный просто. Спать хочется, пизда просто. Спать хочется, пизда просто. Это очень нелегко. То есть, ну, если раньше, когда не был музыкантом, еще думал, сам так думал, что типа, ну вот там музыканты, там, ой, ну что там такого, вышел, спел, работы никакой типа нет, легко и просто, нет, вообще нет, абсолютно нет. Блин, чувак, работа твоей мечты. Это очень тяжело на самом деле, очень тяжело, все туры, даже сами процессы написания песен, работы в студии, концерты, это очень большой труд, очень большой труд. Нормальная работа, не хочешь найти себе все-таки музыка, сколько этой музыки будет. Я даже теорию такую с ребятами как-то обсуждал, вот родители наши, они же постоянно что-то диктуют, говорят, это сделай, пойди учиться туда. Они просто хотят, чтобы ты получил, занял какую-то ячейку стабильную в обществе. Квартиру возьми в кредит, женись, детей, работай прорабом. Потом будешь начальник участка, купишь машину, все спокойно. А я тут такой, ха, музыкант. Татухи, дреды, уши пробитые, конечно, волнуется, сидит сейчас. Ну и мама, короче, постепенно смирилась.
Всем привет, подписчики. Мы добрались в Москву. Паштет. Я, Егор, Шура. Ну, нашел нас Шура из B2, потому что нашел в Сан-Диего, по-моему, в виниловом магазе наш винил. Пришел там к продавцу, говорит. Чувак, смотри, что за группа. Подозрит, ты что не знаешь? Говорит, так на русском, говорит, неважно вообще, класс просто. Вот, и он хотел совместный трек, и мы что-то, у нас была заготовочка какая-то. Ну вот мы ему скинули, говорит, о, прикольно, прикольно. И говорит, давайте все делать, студия, приезжайте. И вот мы позавчера прилетели в Москву на студии B2, поработали. Ищем барабаны. А вы с барабаном вообще записывали раньше трек? А это же вот первое. То есть вы лишаетесь, грубо молча, дома лишается девственности. Первый раз слышу, блядь, охуенный барабанщик. Ну, слышно то, что это две группы играют. Не конкретно будет типа B2 или там, или это молчат дома. Нет. Как мне кажется, у нас получилось совместить наш стиль, их стиль. Это коллаба, прям коллаба получилась. То есть принцип такой, что в какой-то момент, когда есть костяк трека, там гитарку какую-то еще пишешь, просто накидываешь туда. А давай так попробуем, а давай так, 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 так. И вот из этого как-то вот получается. Слышно, что две группы. Круто. Я, к примеру, рад. Будет очень классно. Ну, это прям вообще как... Шур сказал, что мы его вернули в его 96-й год. Sisters of Mercy и все дела. Не понимаю, но как будто бы восхищается. Он постоянно говорит, вы чё, говорит. Да никто такого не сделал, говорит. Вы, блин, всех заставили англоговорящих петь на русском. Вы чё. Получилось. До того, как вот у нас все это произошло, я фактически был только в России и Украине. Вот. А благодаря музыке я побывал уже много где. И сомневаюсь, что я, ну, прям так бы путешествовал. Быстро заканчиваются, знаешь, такие эмоции, удивления там или чего-либо. То есть, если бы я, к примеру, сразу первый концерт там в Лондоне был, потому что нам в Лондоне удалось погулять, то, конечно, было бы вообще прям вот там вау-вау, круто, классно. Ребят, мы в Лондоне. Класс. Я в шоке, нет слов. Это пизда. Мы в Лондоне накануне отъезда туда вечером елку купили. Ну, просто пришли в магазин и Егор говорит, вот давайте елку. Дурак, зачем тебе елка? Он потом взял ее и говорит, ладно. Мы ее долго с собой возили, а потом в Берлине нашей подружке подарили. Она ее нарядила перед Новым годом и сказала, говорит, это так символично, прикольно. И она хочет где-то у друзей своих посадить эту елку, чтобы она выросла. Мне кто-то вкинул такую мысль, что зритель как будто бы не хочет на сцене видеть такого же человека, который рядом с ним в зале находится. Очень нравится эта диссонансовость того, как я выгляжу, и того, что никто не знает. Ну, то, кем я являюсь на самом деле. На сцене я, ну, все-таки у меня какой-то образ появляется. Многие, я думаю, представляют или представляли меня каким-то таким довольно-таки угрюмым, асоциальным, возможно, в какой-то степени... не знаю, интроверт, там что-нибудь в том роде таким. На самом деле нет, я не такой. Лёха в деле, как говорится. Могу приехать к вам.
После концертов спокойно могу войти в зал, там автограф дать, там пофотографироваться из-за уважения просто. Все-таки наша популярность, все благодаря ей. Короче, мне до сих пор очень странно, что есть фанаты. Меня восхищает то, что на наши концерты приходят люди и платят деньги за это. Я еще до конца не осознал, но пытался помочь Роме осознать то, что... Не знаю, как я, а он наверняка кого-то вдохновляет. Это очень странно. Как-то... Что-то ходил там себе прорабом. Там. И ты пошел туда, ты туда, а тут раз, кого-то вдохновляешь. Неожиданно, очень странно. Ты чуть-чуть, вау, классно играешь на басу. А я такой, да я не знаю, как я играю на басу вообще. Ну, я как самый непопулярный человек в группе, наверное, более трепетно к этому отношусь. То есть, ну, я люблю, когда ребята пишут, упоминают какие-то рисунки, рисуют, наверное, всегда очень приятно. Очень нравится, когда каверы всякие снимают. Пусть даже там ребята какие-то молодые, только вот еще учатся играть. Но видно, что учатся на, как бы, на наших песнях. Это очень приятно. «Дома молчат» трек. Девочка какая-то, по-моему, пианино сыграла потрясающе. Там в две руки просто супер. Привет, подписчики. Вырежите, пожалуйста. Привет, подписчики. Всем привет, мои подписчики. Привет, подписчики. Привет, подписчики. Дублине, по-моему, когда какая-то девчонка уже на всех языках пыталась всячески тыкала, короче, телефоном. Ты просто вот так вот чуть ли не этот телефон. А там написано «We wanna be a groupies». Типа «Я хочу быть вашей группис», типа там туда-сюда. Ну, к концу сета этот текст сменился с английского на русский, а потом и вовсе на белорусский. Я подумал, визы у вас есть, а у нас места в бусе нет. Это прикольно было, забавно. Изначально это было все построено на какой-то дружбе. И это продолжается, ну, не иначе. Ну, это мои друзья. Я отношусь к ним как к друзьям. Ходим друг к другу в гости, созваниваемся. Прикалываемся друг на друга нон-стоп. И... Блин, короче, наверное, мы умели как-то это все совместить. Дружбу и, ну, работу. Не знаю, мне кажется, что мы на старте очень сильно сдружились, чтобы надоесть друг друга. Но без ссор не бывает, конечно. Да, там Рома с Пашей что-то зарубились. Но это было так, типа, они что-то... Это даже было смешно со стороны. Когда, скажем так... Топливо разлито, уже хватает искры. Они поорали, очень сильно поорали друг на друга. Потом такие, типа, переоделись, посидели, такие, ну ладно, все. Типа, сам дурак, да, сам дурак, и все. Ну, в моем понимании, пока что. Я надеюсь, что ничего не поменяется, но никто не знает, как там дальше будет. Все на дружбе, на доверии. Страшно ли потерять? Очень страшно. Вот. Очень страшно. Блин, сложный вопрос. Я думаю, этого не произойдет. Стать музыкантом — это же моя мечта там с 9 класса. Открыто сам себе не говори, что вот я хочу быть там рок-звездой, условно. Но всегда где-то вот там, далеко на подкорке мозга, хотелось вот этого всего. И когда это случается, ты сразу такой, это преисполняешься внутри.